История о Дэйв Ровере. Дэйв Ровер был солдатом в Вьетнаме. Он служил в особом подразделении вооруженных сил. Он находился в лодке на речке с другими 20 солдатами. Они плыли ночью, чтобы попасть в определенное место. Но вьетнамская армия услышала их и бросила в их лодку фосфорную гранату. Фосфорная граната, когда взрывается, куда только не попадает фосфор, горит и продолжает гореть так долго, пока есть кислород. Вы не можете приостановить огонь, пока не закроете доступ к кислороду. Когда граната упала в лодку, вам необходимо прочитать эту книгу. Это великолепная книга. Чтобы спасти своих солдат, Дэй взял гранату, чтобы бросить ее назад, и она взорвалась в его руке. Ему оторвало руку, ногу, правую сторону его лица. Не было уха, носа, глаза. Там было просто пусто. Он лишился ребер и некоторых внутренних органов правой стороны тела. Он горел. Итак, он прыгнул в воду. Как только он вынырнул, чтобы сделать вдох, из-за кислорода он снова воспламенился. Солдаты взяли его в лодку и стали пробовать остановить огонь. Но он все еще горел. Они накрыли его одеялами и пытались оставить открытым только лицо. Но из-за фосфора лицо начало гореть. Ему закрыли лицо и оставили слегка приоткрытый рот, поставив трубку в отверстие, чтобы он мог дышать. Они доставили его в больницу. Он пробыл полгода в коме. Доктор спас ему жизнь. Но он был похож на монстра. Не было носа, глаза, уха, руки, ноги, обожженный. Он был подключен к системе поддержания жизни. И он сказал доктору: «Дайте мне, пожалуйста, зеркало, я хочу посмотреть на себя». Доктор говорит: «Нет, нет, нет, не смотри в зеркало. Ты будешь обескуражен. Не смотри на себя. Ты будешь разочарован». В один день, когда медсестра не обратила внимания, он взял ее кошелек и зеркало в нем и посмотрел. Когда он увидел себя, он вырвал трубку, поддерживающую его жизнь, чтобы покончить с собою. Он ждал, когда умрет. День, два дня, он не умирает. И так он говорит медсестре: «Я вытащил трубку из системы, поддерживающей мою жизнь. Почему я не умираю?» Она сказала: «Есть две трубки. Ты вырвал трубку подачи питания, и теперь ты проголодался. Другая же трубка та, что поддерживает твою жизнь». Она спросила: «Почему ты желаешь умереть?» Он ответил: «Я не заслужил жить. Я не могу изменить себя. У меня нет надежды, силы. Я не вижу смысла жить. Я разочарован и безнадежен. Моя жизнь бессмысленна, ничего не стоит». Медсестра сказала: «Ты не понимаешь Божью благодать, милость. Божья благодать входит в картину, когда ты ничего не можешь сделать. Когда ты знаешь, что нет никакого решения. Никакого решения. И ты в безысходном положении, в отчаянии. Бог дает тебе это даром». Он сказал: «Это не может быть явью». В тот день жена другого солдата пришла посетить его в больнице. А с тем парнем все было в порядке. Он потерял только одну ногу. Когда его жена увидела его без ноги, она сняла обручальное кольцо и сказала: «Я не собираюсь жить с тобой. Хочу развестись». И Дэйв Ровер говорит: «Видишь, со мной еще хуже. Я безнадежен». В тот день его жена пришла к нему, и он здоровой рукой взял одеяло и накрылся, чтобы она не могла видеть его. Она сказала: «Дорогой, стяни с себя одеяло. Я хочу видеть тебя». Он говорит: «Нет, если ты увидишь меня, я такой безобразный, ты меня больше никогда не будешь любить». Она сказала: «Дорогой, ты никогда не был особо красивым, и даже когда мы поженились, ты не выглядел очень привлекательным. Я не выходила за тебя замуж, потому что ты красиво выглядишь. Я вышла замуж за тебя, так как у тебя доброе сердце, и потому что ты любишь меня, а я тебя. То, что ты сделал ради тех солдат, говорит мне, что у тебя доброе сердце. Я хочу видеть тебя». «Нет, я выгляжу ужасно. Я безнадега». Она сорвала с него одеяло и увидела его. Она подошла к нему ближе
поцеловала и сказала: «Дорогой, я люблю тебя больше, чем когда-либо. Поехали домой. Ты мой муж». И Дэйв пишет в своей книге: «В тот момент, когда она сказала: „Я люблю тебя больше, чем раньше“, тогда я понял, как работает благодать. Благодать – это подарок, который вы не заслуживаете. И когда вы понимаете благодать, тогда вы готовы для Бога делать что угодно, потому что любите Его». Между прочим, в книге написано, что спустя 2 года он вышел из больницы, и у него был искусственный нос из пластика, ухо, стеклянный глаз. Он начал проповедовать людям о Божьей благодати. Однажды, когда он проповедовал и сказал: «Вам надо довериться Богу», у него выпало искусственное ухо, и все: «О!» Он вставил ухо назад, и все были спасены. Дорогие, мы никогда в полной мере не познаем Божью любовь. Но чем больше вы направляете свой взор на Иисуса, тем больше вы будете доверять Ему. Ключ – это фокусировать свой взгляд на Нем, не на себе, и выбирать доверять. Бог, который начал эту работу в вас, способен завершить ее. Когда вы попадете на небо, вы скажете: «Господь, почему ты меня спас? Ведь я не заслужил этого». Вы будете безмолвны. Вы возьмете свой венец и положите к его ногам. Он поднимет вас и скажет: «Я не спас тебя, будто ты заслужил этого. Я спас тебя, так как ты мое дитя, и я люблю тебя». Если вы не понимаете благодать, вы всегда будете бороться, испытывать трудности. Вы потеряете спасение, так как спасение возможно только по вере, не по делам.